Первый номер газеты вышел 13 июня. Символично – ко дню медицинского работника. Дебютный выпуск. Вместе писали руководители ведущих медучреждений региона и работники СМИ, пресс-секретари, дизайнеры и верстальщики. Так как номер первый праздничный, то, естественно, мы ориентировали его прежде всего на поздравление нашего коллектива медицинского, нашей большой армии медицинских работников. И хотели наших читателей максимально познакомить с организацией медицинской службы. Это издание, оно ориентировано как на медицинское сообщество, так и на пациентов. То есть, конечно, мы будем писать научно-популярным языком для того, чтобы наши читатели лучше понимали о том, как организована служба, каких результатов мы за последнее время достигли, к чему мы идем, какие наши планы на будущее. Выпускать газету планируют 4 раза в год, раз в квартал, тиражом 2000 экземпляров. Издания будут бесплатно распространять в больницах и поликлиниках Курской области.